Еще раз я просто повторяю, что нужно будет считать самого периода активации пакета. Я хочу узнать, сколько я потратил за период с 1.02.23 года по 28.02.23 года. Потому что именно за это время у меня списываются 250 рублей. Правильно? Да, вот 26-го. 26-го списывается по 26-е соответственно. Но отчет детализации у меня немножечко там, ну, не с 26-го 1-го, а с 1-го 02-го. С 1-го 02-го. Но все равно можно там добавить эти 2 дня, ничего страшного там. Или там 4 дня, сколько там будет. Но по факту у меня есть детализация за 28 дней из месяца. И мобильный интернет, трата здесь получается 5 гигабайт. Мне выдается 10. Плюс, когда я конвертирую, получается 15 гигабайт. То есть я могу тратить в месяц 15 гигабайт интернета. Фактически я потратил 5 гигабайт интернета. Почему у вас включилась тогда вот эта вот непонятная программа, которая списала автоматически деньги и требует от меня еще дополнительно? Так как не было уже гигабайтов у вас в ресурсном балансе, поэтому... Что значит у меня не было гигабайтов, если у меня изначально мне выдавалось 15 гигабайт, а я израсходовал 5 гигабайт? Как может быть так, что у меня не остается гигабайт на моем балансе? Объясните. Если смотреть у вас. С самого раннего периода времени, с самого января, вы считаете, как у вас сам пакет данного тарифа был активен? Сами гигабайты были потрачены. Вы как раз и добавляете саму конвертацию. То есть все, оно как бы верно, потому что также происходил обмен. Все с верно. У вас были все гигабайты потрачены, и поэтому данная услуга и была активна. Господи, боже мой. Имеет значение, сколько я потратил интернета за месяц вообще? Вот для вас имеет значение или не имеет значения, сколько я лично потратил вашего интернета за свои деньги? Вот имеет значение или нет? Весь интернет-трафик, который у вас был, он был израсходован. Поэтому данная услуга... А можно узнать, сколько? Весь это сколько? Весь интернет-трафик, который у меня был, израсходован. А какого количества этого интернет-трафика, который у меня был израсходован? По самому тарифному плану у вас дается 10 гигабайт. Вы также можете обменивать. Так. Добавить еще дополнительное количество интернет-трафика. Так. При израсходовании из-за опции автопродление скорости продлевается сам интернет-трафик. Если так, вы его хорошо израсходуете. Мне, давайте попроще, мне дается всего 10 гигабайт интернета, правильно? На месяц, правильно? Да, да, все верно. Я потратил сколько в этом месяце гигабайт? Если скажите. В феврале, то вы... Да. То было около 6 гигабайт, к сожалению. Вы также это можете точно сами только считать. Хорошо, я сколько? Потратил около 6, ближе к 6 гигабайтам, правильно я услышал? Да, если за февраль мы с вами считаем. Ну, конечно, мы считаем за февраль, ведь я заплатил за февраль. Значит, мы считаем за февраль. И получается, где еще 4 гигабайта, которые вы должны мне? Мне же 10 гигабайт положено, а я потратил 6, например. Где еще 4? Пожалуйста, ответьте. Сам весь интернет-трафик и пользование тарифов вы потратили. Каким образом я его потратил, если мне дали 10, а я потратил только 6? Я еще могу потратить еще 4. Где они, эти 4 гигабайта? У вас весь интернет-трафик, который вы также обменивали, был потрачен, из-за этого была активна данная услуга. У вас все верно. Я не спрашиваю, почему она там активна или неактивна. Я спрашиваю, я заплатил за 10 гигабайт, а потратил 6 гигабайт. Вы также обмениваете сами гигабайты. Что значит... По самому тарифу.
Что значит вы сами? Что значит вы сами обмениваете? Что это значит? Вы также совершаете конвертацию. Что это значит? Это увеличивает? Это увеличивает или уменьшает количество гигабайт у меня на счете мобильном? В вашем тарифе так обмениваются гигабайты на минуты. Да. В вашем тарифном плане. Тут не минуты на гигабайты. Секунду, тут секунду, другая. Секунду. А почему у меня гигабайты на минуту? На минуты зачем? Вот. У меня было всегда минуты на гигабайты. Нет, в данном тарифном плане мое общение 2019. Только обмен гигабайт на минуты. Вы тут сейчас путаете, к сожалению. Нет, зачем мне... Да, к сожалению, вы путаете. Так. В данном тарифном плане обмен только гигабайт на минуты. В тарифном плане... Короче, я понимаю, что волна Mobile начала воровать как МТС. Я не идиот, между прочим. И меня не интересуют минуты. Если вы посмотрите на мои минуты, телефон исходящий, например, телефон исходящий, 20 минут я потратил. Зачем мне там увеличивать? А мне дается сколько минут? Это конвертация, минуты на гигабайт у вас дается. Так минуты на гигабайты или гигабайты на минуты? Если у вас был бы тарифный план, который сейчас нынешний, море общения, а не море общения 2019, у вас была бы конвертация минуты на гигабайты. А у вас гигабайты на минуты. Когда это случилось? У вас архивный тарифный план. Данный тарифный план всегда так действовал. Вы можете эту информацию прочитать также на сайте. Она в открытом доступе. То есть вы хотите сказать, что у меня тарифный план сейчас, в котором минуты, вернее, гигабайты превращаются в минуты. Правильно еще да, раз? Да, при конвертации. То есть я лично покупаю 10 гигабайт интернета, а потом сама лично 10 гигабайт интернета преобразую в 5 или там во сколько, в 6 или там в 4 там, гигабайта интернета. И, или как там это все происходит? Я уже сам запутался. Гигабайты, да, и меняю на минуты, чтобы разговаривать по телефону. Тут работает так конвертация. Вы сейчас ошибаетесь в самой конвертации. Нет, я понял, что проблема в конвертации. То есть я купил тарифный пакет, где можно было сделать из 10 гигабайт 15, а оказывается, что можно наоборот сделать из 10 5. Правильно я понял? Тут нет самого. Вы думали, что вы меняете минуты на гигабайты, а тут наоборот. Вы ошибались в самой конвертации. То есть... Вы можете почитать данную информацию на сайте, как сам тариф работает. То есть все люди, которые меня до этого консультировали, они полные идиоты, включая меня, и я не мог с 2019 года понять, что я идиот, да? Вот это имеется в виду? Данный тариф так работает. Обмен гигабайт на минуту. Тут такая конвертация в данном тарифе. То есть у меня не может быть, 15, не могло быть никогда на этом тарифе 15 гигабайт, я правильно понимаю? Нет, тут вы не можете увеличивать интернет. Я могу только уменьшать, правильно я понимаю? Да, у вас другая конвертация. Хорошо, все, спасибо, никак вопросов у меня тариф больше нет, воровство, волны. Ну, естественно, будет в интернете ваш разговор тоже. Удачи, всего доброго, до свидания.